у вас здесь мир. Отошли. Ты посмотри. Смотри, что творят. Ушли. Стрелять начали. Что вы делаете, блядь? О, что вы делаете? Что вы делаете? Зачем вы убиваете людей? Нападайте. Смотри, зачем вы его трогаете? Вы же офицеры военные. Зачем вы его? Русский солдат, иди домой! Смотри, ленточки бросайте оружие, идите на кулачный бой! Уходите отсюда, пожалуйста, уходите! Ты смотри, герои повалили мужика, забили, скоты! Вы здесь без оружия, ребята! Да, без оружия нападать в лопат, а на кулаках! Вы пришли в чужое государство! Вы идете на как террористы! Валите отсюда, козлы такие! Твари! Твари! Да, у нас оружие, без оружных легко попадать! Валите нахер отсюда, блядь! Матеря вас есть, дитые, жены есть, что вы делаете? Мы здесь дома! Я у тебя скажу! Ты что, ты пришел? Я только что делал! Зачем вы пришли? Бабла решили заработать, ёба! Зачем вы пришли туда? Застрели, может, денег дадут, нахуй! Стоять, не забывай! Неужели, боже, как вам... С оружием на людей, без оружия! Написано, друг на каске, что это за друг? А Кир знает. Выезжайте. Давай, выезжайте. Домой, выезжайте. Мы без оружия, действительно, слабо автоматы на людей безоружных наставлять. Домой давайте. Валите, блядь. Убивайте, стреляйте в нас, стреляйте в бабушек! Вы только, блядь, с мирным населением можете воевать, уроды, блядь, аморал. Как вам не стыдно? Да ты вы, а не мы! Зачем вы это делаете? Зачем? Вот бык вот это вот идет. Вот, бычара, блядь, ладно. Героям слава! Валите отсюда! Валите! В Россию свою! Никуда он едет! Туда разворачивается! Куда ты едешь, урод? Ты посмотри, куда он едет. Да, дави, куда вы едете? Выезжайте отсюда. Уходите. Куда вы едете? Уходите отсюда. О, с оружием, конечно, с оружием. С бабами. Воюйте с бабушкой, которая внуками имеет. Да, давай, пистолет наставь на меня. Уроды, блядь. Совести, блядь, у вас нету. Просто. Наглую заходят в село Белозерное. Твари. Боже, вам не стыдно? Вы же молодые, здоровые ребята. Не стыдно? Пистолет на меня наставлять. Не стыдно? Твари вы, поняли? Все. Вы прокляты будете. Прокляты. И ваши дети. И ваши родители. Ага. Кончены. Идите до дома, идите к матерям, женам, детей своих кормить. Кормить своих детей. Что вы продажные твари.
большинство. Заработать денег приехали. Да вся Украина видит, на прямой эфир. А на кулаках слобод с бабкой. Все, они проедут в любом случае. Так кто их трогает? Никто тут не трогает, просто до ума им хочется довести, кто они здесь. Как мы своим детям просто не хочется нормально жить, мыться по-человечески, купаться в банях. Детей своих водить в кино не хочете? Мама, не прямой эфир, не ори. Пожалуйста. Нифига ж не слышишь. Скоты. Просто скоты. Мужики, за 50 баксов не стоит это погибать. С бабами, с белозецкими бабами. Города разбили, детей убиваете, тварь. Что вы делаете? Охеревшиваются глаза. Растили сыновей для защиты, а они нападают, нападают. Нападают. Автоматом я вешался, господи. Це правда. Это кошмар. Та я ж кажу, неужели тут вонючими ходить, чи впарить до баньки? Вас жена йом на постелі. Ні, що ви кахаркам їхать по полям, блядь. Ви хастуєте! А ви хастуєте! Огороди треба садити. Огороди треба садити. Не стоит. Боже, неужели так можно положить жизнь за такие деньги? Сколько людей убили, что вы делаете? Открывается все, все улица падает. Ой, пацаны, пацаны, уезжайте. Это бедни ваши, я же ваши горю и потеря. Груз 200, ботинки стоптаны, носки не мыти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, матеря плачут. Давай.